Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия совместно с районными прокурорами, межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Забайкальском крае Республики Бурятия по решению суда уничтожен 266 единиц игрового оборудования. Все имущество было изъято сотрудниками полиции в ходе проверок нелегальных игорных заведений в 2019-2020 годах. Среди изъятого около 200 единиц компьютерного оборудования, игровые автоматы, покерные столы. Денежные средства в сумме около 120 тысяч рублей обращены в доход Российской Федерации. МВД по Республике Бурятия напоминает, что за организацию проведения азартных игр вне игорных зон, а также систематическое предоставление помещения для противоправной деятельности предусмотрена уголовная ответственность.